Александр, вы выиграли важную партию Ольги Гири. Пожалуйста, расскажите, как проходила борьба. Я абсолютно ничего не получила с дебюта. Потом в целом Ольга приняла достаточно странное решение, пожертвовала пешку на А6. Потом ей было достаточно, мне казалось, тяжело играть. И в какой-то момент началась неясная игра, потому что после жертвы качества я подзевнула ход конь c5. В целом мы перешли в этот эндшпиль, где у меня ладья и две пешки против коня и куча пешек. Но в целом, опять же, ей было тяжелее играть, времени у нее было меньше. Поэтому оказалось, что я достаточно уверенно выиграла. Как пока оцениваете свою игру? Довольны ли тем, как вы выступаете? В перерыве я посмотрела, как я играла в 7 предыдущих суперфиналах, и по сравнению с ними я играю просто блестяще. Но при этом вы идете на втором месте, Полина Шувалова вырвалась вперед. Как вы чувствуете себя в роли преследовательницы? Да я не особо чувствую себя в роли преследовательницы, потому что смотрю за своей игрой, играю в целом неплохо. Конечно, по сравнению с феерией Полины, это не так ярко. Но в целом встреча с Полиной у вас еще впереди. Как развивается ваша история взаимоотношений за доской? Какие у вас, какой счет, если можете сказать? В целом не очень припомню, но последний суперфинал мы играли в последнем туре, я выиграла. В принципе, по моим ощущениям, в положительный. По крайней мере, поражений не припомню.